Уважаемые дамы и господа, дорогие мои мафиози, подходит к концу 2017 год, который был очень насыщен и богат на различные мафиозные события. Чем же нам запомнился уходящий год? Во-первых, расширилась география мав-движения. Добавились новые две страны, это Объединенные Арабские Эмираты и Солнечная Армения. И прошедший чемпионат мира в этом году собрал уже представителей сильнейших игроков из 14 стран, которые входят в состав федерации. Во-вторых, многое у нас в этом году впервые. Впервые появился дважды чемпион мира, господин 22. Впервые лидер МВТ набрал рекордные 238 итоговых баллов, это господин РФ. И впервые мы провели в рамках МВТ рекордные 92 турнира. Во-вторых, мы ввели новые турнирные правила для игры в мафию и успешно прошли все фиимы по этим новым правилам, где наблюдалась намного большая культура и уважение друг к другу за игровым столом. И сама игра стала намного динамичнее и интереснее. Я очень рад, что в нашей мафиозной семье и здоровой конкуренции между представителями различных кланов царит дружба и уважение, человеческая любовь и согласие. Хочу отметить, что наша федерация не останавливается на достигнутом и в следующем году также вводит определенные изменения в системе подсчета очков в играх и делает их более гибкими и справедливыми. И большая заслуга в этом нашего судейского комитета ФИИМ, который ее разработал, и за что я хочу от имени всех нас вынести им большую благодарность. Также в следующем году начнет отсчет серия турниров «Большой шерифской звезды». Туда войдут 4 турнира. Это «Golden Gangster», «Кубок Сибири и Урала», «Кубок Слобожанщины» и «Октау Open Cup», где победитель всех 4 турниров получит свою большую шерифскую звезду из чистого золота, украшенную бриллиантами, а также вечную славу и уважение всего мав-сообщества как самого гибкого и умелого игрока в мафию, который одолел такие разные стили игры. Новогодняя ночь – это ночь чудес. Если во что-то сильно поверить, то это обязательно произойдет. Так повелось у нас с детства и не меняется с годами, с тех пор, как мы стали взрослыми. И я хочу лично каждому члену нашей мафиозной семьи, конкретно тебе, игрок в мафию, пожелать. Конечно же, крепкого здоровья, конечно же, радости и счастья, и, конечно же, достичь той цели, достичь своего Олимпа, той цели, которую ты себе поставил, к которой ты идешь. Любви всем вам и вашим близким, добра и благополучия. С новым 2018 годом!